Приветствую, друзья, и снова с вами Павел Бигфиш, и мы не зря находимся на этом месте. Мы приехали за 100 килограмм прикормки, так что следите за нашими событиями. 2 месяца или 3 меня не было, потому что я готовился к диплому. У нас много интересных произошло событий, много мы приобрели покупки, сюда мы приезжали неоднократно, так что следите. Новые палатки, новые шатры и всему тому подобное. Будет чем поделиться. Вот они, 100 килограмм прикормочки. Вот они, вот они. Вот они, родимые. Вот они, богатство. О, убегает, убегает. Так. А что так они небрежно пакеты побросали, да? А это, наверное, 30 литров платилов. Ага. Никс, пылики. Ништяк. Это у нас, я так понимаю, что? Миласа? Миласа. 100 килограмм прикормочки, а? Так, с пыликами закончили. Пошла вареночка. Мы, конечно, упустим тот момент, сколько было потрачено денег на это все приобретение. Также новая сумка, о которой мы позже расскажем. Но, как видите, сюда помещается неограниченный запас, который будет исчерпаны, я думаю, в 2022 году, и вы скажете, эти ребята сумасшедшие. Да, здесь оказывается второй отдел. О. Здесь, я так понимаю, груза, да? Нет, груза там лежат. Здесь мелочь дополнительная. Когда мы полностью заполним эту сумочку, мы расскажем о ней, насколько она практична. Ну, как вы догадались, что в этом году мы настроены на полномасштабное изучение амурской фауны, поймать достойных экземпляров. Соответственно, к этому новому, точнее, к новому году мы готовы. 2022 год. Еще хочу дополнить видео, то что у нас новое приобретение, лодка Штурман 380. Будем испытывать в 2022 году. Новый мотор Suzuki 9.9, четырехтактный. Тяжелый, правда, зараза. Да, раздут как 20 лошадиных сил. Тоже будем испытывать, только вот ждем открытую воду. Уже не терпится пройти полномасштабное испытание. Новый шатер, который еще ни разу не был в использовании. Также будут обзоры. Соответственно, когда мы полностью убедимся в качестве шатра, если он нас полностью устраивает, все правдивые обзоры только на нашем канале. Ну и также новая палатка. Все это вы увидите в 2022 году. Соответственно, откроется открытая водичка, и мы сразу будем испытывать, обкатывать мотор, лодку, проверять наше новое имущество, делиться своими первыми впечатлениями. Ну и, соответственно, как всегда, при испытании всего этого мы сделаем краткий обзор. Стоит оно того, потраченных всех этих денег. Ну и, конечно, в 2021 году, несмотря на эти все, конечно, плюсы, покупки, у нас было одно разочарование. В одном из наших рыболовных магазинов города Комсомольска на Амуре мы приобрели надувную лодку весловую. После того, когда мы ее взяли с собой на рыбалку, на резинку осенью, мы обнаружили, что там спускает дно. Качество, конечно, лодки желало бы лучшего, поэтому об этом я тоже расскажу. Расскажу о том, как 2 месяца мы боролись, чтобы вернуть денежные средства, которые нам обязаны были предоставить, но все,
как говорится, ни к чему не привело. Пришлось забрать лодку. Ну и расскажу, чтобы вы не сталкивались с такими же проблемами, как поступать в этой ситуации изначально. И чтобы не повторяли наш ошибок. Так что следите за нашими событиями. Все будет впереди. Ждем открытую воду. Вот так мы отдыхаем. Комсомольский на Амуре. Там земля обетованная. Тишины, мрак и сплетение рук.